Привет, дорогие мои. Тихо. Меня зовут Артур. Мы продолжаем проходить «Чужой против хищника». Вторую часть, самую лучшую. В последней серии мы очень много боялись, как в серии до этой. Но теперь нам нужно найти нашу команду. Это было бы просто прекрасно. Здесь, сдается мне, чужих будет не так много. Хотя почему бы им не быть тут в большом количестве. Не знаю, посмотрим. О! Да вы сейчас копом, что ли, вашу мать? Куда идти? Куда? Лезь в меня, скотина! Фух. Это я к слову о том, что говорил, чужих поменьше будет, да? Так, подожди, чего я двигаться не могу? Что-то у меня вообще что-ли клава отключилась. Возможно... Я ее во время резкого рывка отдернул. Так, ну-ка, теперь посмотрим. Да, теперь двигаюсь. Я настолько испугался, что клаву выдернул с компьютера. Обалдеть. Так, ладно, давайте подзарядим наш... Меня не радует, что хищник начал мне оказывать знаки внимания в последние несколько минут. Печально, по-моему. Надо нам убираться из этой шахты лифта. Куда-то наверх, видимо. 126 патронов, а после них станет печально все. Моя любимая пушка прекратится. Прекратится, говорю. Ладно, нам тут та же скидка. Патроны кончатся, в общем. Вы поняли, о чем я, да? Так, хищник. Хорошо. Оп. Не убивайте других десантников, я и не думал, мне бы их встретить, просто обнял бы. Это была бы такая радость. Так, там мы, похоже, были в предыдущей серии. Да, выходи. Давай. Пока у меня есть на тебя патроны. Уф, так. У меня такое ощущение, что он такой на цыпочках с троллфейсом за мной такой. Я поворачиваюсь, он за спиной такой, оглядываюсь, он там где-нибудь подпрыгнул наверх такой. Оборачиваюсь, он опять там где-нибудь. Хищник такой. Да хватит меня пугать такими моментами. Вообще, хватит меня пугать. Хотя нет, не хватит, мы же ради этого и проходим, верно? Чтобы пощекотать все нервы. Так, по крайней мере, здоровье уже хорошо. А, ну туда я почему-то проникнуть не могу. Видимо, я слишком толстый. Но... Да хватит, блин, не торопи меня, сейчас поспешу и хана. Твою мать.
Нам действительно так нужны все эти вещи? Ой-ой-ой. Так, заряжайся давай быстрее, я не пойду без фонарика туда, точно. Я с фонариком-то не хочу туда идти, а без фонарика я просто там конь вину. Уф, так, сохраняемся. Включаем фонарик. Берем броню. Собираем, что можно. Вспышки. Так, ощущение, что мы готовимся к бою полное. Передние капсулы. Месячный отчет. Продолжаю наблюдать ухудшение единицы номер 5А, которая далека от своего ожидаемого состояния. Одно А5 толкнуло вчера человека вниз по лестнице. Она утверждает, что она учуяла ксеноморм. Ксеноморм 1, но у меня нет свидетелей. Я только могу сказать, что увеличение ионной активности было причиной нестабильности целой системы. Но, конечно, может предположить, что ему захотелось его толкнуть. Бог не позволит. Честно говоря, для меня это какой-то набор букв, потому что смысла во всем этом я, честно говоря, не особо увидел. То ли он говорил про искусственный интеллект местный, который сошел с ума, то ли что. О, миниган. Патроны к минигану. Но у нас смарт-ган был. Караульные Ю-5 и Ю-6 опять прохлопали ушами. Если бы мы не были внутри инвазии чужих, я бы сказал, что кто-то очистил их от скорлупы и утащил оружие. Хорошо, что мы нашли пушки, из-за которых много неприятностей раньше. Жуков. УП-носильщик. Ладно. Так, это что? Информационное совещание по персоналу. Цели механика, биомеханика и клонирование. Прошу распределить. Суд запрещает задерживать Росенблат. Против Тисон применяется исключительно к полномочной космическим колониям. В то время как ЧА операторы должны им... Блин, какой-то, блин, промпт просто, я не понимаю. Я все это читал, насколько вы, я думаю, поняли, просто ради того, чтобы отсрочить момент встречи с хищником, с которым, я так думаю, мы сейчас встретимся. Но деваться некуда. Блин, он замолчи, без тебя тошно. Мама, вроди меня обратно. Закрыто. Придется идти по лестнице. Что может быть лучше, чем ходить по лестнице? По темной-темной лестнице. Так, сохраняемся. А тут его логово, похоже, просто. Мы пришли к нему домой. Отлично. О, мой бог. Looks like the console's fried too. You're gonna have to get to landing bay 3. Да. Прочу, неосторожно. Ну вы все поняли, да? Так, ну что ж. Сообщение подтверждено доктором Майзенбергом. Операция «Спаситель» началась. Булок и дропшип Ю-1 перемещают передние отсеки, готовясь к возможным нападкам. Не нападкам, а нападениям, идиоты.
Ну ладно, все равно спасибо тем людям, которые перевели эту игру, потому что перевод в целом очень достойный. Уф, так, мы выключили электричество, теперь можем пройти сюда. И мы идем на эту, можно сказать, арену. Слишком уж она большая. Тут очевидно было, что в живых они не останутся. Так, кстати говоря, это полезно. Да блин. Вот, моя любимая винтовка в этой игре. А, но сейчас, я думаю, нам пригодится вот это. Так, что у нас еще есть? О! У кого-то нет шансов. Огнеметом мы его жечь, пожалуй, не будем, он в броне. Против брони у нас хорошо подействуют бронебойные патроны. Так, ну что? То есть мне не обязательно сюда спускаться, да? Это радует? Блин, ну в итоге все равно сюда выходим. Ну ладно, с Богом. Так, тут у нас, похоже, патроны должны быть. Да, патронов дали, отлично. Сохраняшечка. Давай, выходи уже. Ты меня задрал, я тебя боюсь. Пора с тобой покончить, чтобы, блин, победить свои страхи, как говорится. Но ПВП или засал? Да, выходи. Все, уже не лезет больше патронов. Это что у нас? Видимо, ничего. Я думал, тут-то все и решится. Оказывается, нет. Но ты умеешь обрадовать. Он где-то перед нами. Блин, я уже заколебался его ждать. Ну выходи, братик. А чё, зачем это помещение, если тут тупик? Просто чтобы меня раззадорить, я так понимаю. Так, ладно. Ладно, моя пушка на него не наводится. А вон и ты бегаешь. Посмотрим, как на тебя наведется вот это. Так, и где? Вот так. Да блин. Ты что, погиб, что ли? Нет. Сейчас, скотина, сейчас все будет. В открытом бою, значит, боишься, да? Геймпер, мать твою. Добрый день! Еще? Так. Пошел, пошел.
Ой, косой. Ой, косой, а он не косой. Блин, ты посмотри, а. Самонаводящийся. Ну ладно, в принципе, метода понятна. Так мы с тобой поступим, братень. Все у нас будет хорошо. Так, тихо. Так, один раз, по-моему... Я, по-моему, даже раз не попал. Вот сейчас попал, точно. Еще попал. Еще попал, хорошо. По-моему, он упал. И, по-моему, это его кусок вылетел. Ну-ка. Уже исчез. Так, ладно, пора брать смарт-ган. Мало ли что. По-моему, я его убил. Обыграл хищника на его же поле. Да. Но в первый раз, конечно, убил он меня, то есть это показывает, что хищники — это мастера засад. Из-под тишка такие убивальщики. А, но когда знаешь уже, где он будет, что он будет делать, справиться с ним намного легче. Но как показывает первый раз, в реальной жизни все сложилось бы именно так. Он бы тупо меня заколбасил. Потому что в реальной жизни квиксейвов, квиклоудов нету. Ой! С вами-то ладно. I set those charges, right? I don't like this one bit. It wasn't an accident, man. Rykov's leaving us to die. You picked a hell of a time to be right about something. Куда они пробрались-то вообще? Ребятушки дорогие. Так, ладно. 7 января. Интересно, на момент выхода этой серии какое число уже было? Число 5-6 января, наверное. Так что, в принципе, все в тему. Отсек U3. Связаться с Верлоком. Преторианец является воином Улья, хотя оно и огромное. Однако он рождается весь... Да, короче, опять промпт. Мы примерно знаем, кто такие преторианцы. Это чужие воины. Так, один там еще. Ползет поломанный. Ладно, это не опасен. Ты упорный, да? Я не понял. Ты, в смысле, ущербный, но неуязвимый? Не бывает такого. Ладно. Уф, так. Сразу после хищника чужие уже не так пугают. Сейчас им нужно время, чтобы по новой начать меня пугать. Но пока что радуемся жизни. Так, ладно, там у нас какой-то страшный длинный коридор. И я думаю, знаете что, мы сейчас пойдем вот сюда. Вот в эту лужу крови встанем. И на этом завершим эту серию. В принципе, в следующий продолжим. С вами был Артур, всего хорошего, пока-пока-пока.